Если у вас есть куриные бедрышки и вы не знаете, что с ними делать, сейчас я вам покажу, как сделать шашлык. Для приготовления шашлыка взял 4 куриных бедрышка и для маринада немного специй. В глубокую кастрюлю высыплю 1/2 чайной ложки приправы для курицы, 4 измельченных зубчика чеснока, 2 чайные ложки горчицы, 4 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 2 щепотки черного молотого перца. Все специи нужно перемешать. Курицу в кастрюлю выложить и маринадом ее полностью обмазать. Кастрюлю необходимо накрыть крышкой и убрать в холодильник мариноваться на 12 часов. Затем замаринованные куски курицы выложить на решетку. Шашлык готовить на умеренных углях, постоянно переворачивая, примерно 10-15 минут. Все зависит от жара углей. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, иначе продукт сгорит и будет только зазря потраченное время и деньги. А сейчас я покажу вам лайфхак. Чтобы шашлык не пригорел к решетке, как только на мясе появилась небольшая румяная корочка, мясо необходимо от решетки отделить, как показано на видео, и оно больше к решетке не пригорит. И если вы все правильно сделаете, вкуснейший шашлык вам гарантирован. Кому рецепт понравился, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем приятного аппетита, пока!